дорогие жители Республики Башкортостан. От всей души вас поздравляю с праздником хоккея, потому что хоккей в вашей республике является, даже я бы сказал, примером для развития хоккея в нашей стране. Во-первых, традиции вашего великолепного хоккея, ваших игроков, тренеров, ваших, я бы сказал, болельщиков, которые отличаются от всех болельщиков в нашей стране. И создание вот этих команд, структуры и фундамента, которые есть сегодня в республике, которые являются, в общем-то, откровенно сказать, примером для многих в нашей стране. Вот эта система, вот это развитие. Поэтому я просто от всей души желаю вам дальнейшего успеха в вашем развитии. И от своего имени, от всего сердца хочу поздравить Муртазу Губайдуловича с юбилеем и сказать о том, что его вклад в развитие хоккея в республике и в стране огромен. И я желаю ему счастья и здоровья и дальнейших успехов в развитии хоккея и в нашей стране, и в республике, чтобы вы всегда оставались примером для развития нашего хоккея.